Технические неполадки стали причиной задержки самолета. Борт компании Air Astana вылетел из нашей столицы в Абу-Даби на 5 часов позже запланированного времени. Боинг 767 должен был покинуть воздушную гавань Астаны накануне вечером. В течение часа пилоты не могли завести борт. По словам стюардесс, причиной неполадок стал сбой в работе бортовых компьютеров. Но уже в 2 часа ночи по времени Астаны самолет благополучно вылетел в столицу Объединенных Арабских Эмиратов.